мальчик. Рос, рос, и всем был хорош, только не говорил. И вот когда ему исполнилось 5 лет, он произнес первое слово. «Баба!» Все очень обрадовались, что он начал говорить. А на следующий день бабушка умерла. Ну, померла и померла, старенькая ведь уже. А ребенок следующее слово. «Деда!» Через день умирает дедушка. Погоревали, погоревали. Да старенький дедушка, пора уже. А мальчик вдруг говорит. «Мама!» Говорит, папа! И тут отец думает, ну все, скоро и мне конец. Пойду напьюсь напоследок. Пошел, напился, как и заснул. Утром просыпается, глядит. Тут звонок в дверь. Входит соседка, вся в черном, плачет. «Ваш мальчик вчера слова сосед не говорил». «Страшно?» «Страшно». А вот еще одна жуткая история. Одной женщине с работы домой надо было идти через кладбище. Вот она бедная, идет, идет по дороге мужчина. Женщина остановила его и попросила проводить ее до дома. Всю дорогу она прижималась к нему, дрожала, и вдруг мужчина спрашивает ее. «Что вы так дрожите?» «Страшно, потому что я, знаете ли, очень боюсь покойников». Тогда мужчина удивился и сказал. «А чего нас бояться?» Страшно. Ой, жуть.